Раскатывать тесто на лету, пожалуй, самый эффектный и действенный способ для приготовления основы для пиццы, заверяет шеф-повар Алессандро Дзордан. Спорить с ним не имеет смысла, ведь кому как не итальянцу знать, как приготовить его национальное блюдо. В Химках прошел мастер-класс по приготовлению пиццы для воспитанников социально-реабилитационного центра. Организаторы уверяют, создание пиццы – процесс творческий. В свой кулинарный шедевр юные повара могут положить все, что лежит на этом столе. Здесь есть лук, томаты, кабачок, пепперони и шампиньоны. Конечно же, сыр. А сейчас за моей спиной повара уже закончили с приготовлением теста и начинают мазать его томатной пастой. Каждый участник мастер-класса разработал свой уникальный рецепт. Я очень много лука и колбасы. Будет очень остро. А ты расскажи, что у тебя? Я все, кроме лука и кабачков. Я туда добавила грибов, колбасы, сыра, еще лучка, еще немного лука. Но будет не так остро, как у Сережи. Дети прислушивались к советам повара и пытались повторить его действия. Мастер-класс проводит итальянский шеф-повар Алессандро. Дети с огромным интересом, с желанием обучаются этому мастерству. И я надеюсь, что они дома будут также готовить пиццу для своих родителей. В мероприятии приняли участие депутаты городского совета депутатов Надежда Смирнова и Юлия Мамай. Они отметили, что при поддержке администрации городского округа такие мастер-классы проводятся в Химках на регулярной основе. Здесь присутствуют ребята из Химкинского благотворительного фонда «Дари добро». Это очень важная социальная функция предпринимательства. К нашему счастью, многие химкинские предприниматели включаются в такую работу. В этот вечер голодным из ресторана никто не ушел. Прямо из печи готовое блюдо сразу подавали к столу, где каждый мог попробовать итальянскую пиццу, сделанную по своему собственному рецепту.